Для тех, кто любит учиться, с прошлого года в 18-й школе реализуется проект «Московская область. Эффективная начальная школа». Он позволяет ученикам освоить программу начального образования всего за 3 года вместо стандартных 4. Как проходит занятие в 3-м Э сегодня и какие результаты дает проект, интересовалась Наталья Крайнова. Здравствуйте! Присаживайтесь. Тема сегодняшнего урока по математике – простые уравнения. В прошлом году эти ребята пришли в 1-й класс, а сегодня они третьеклассники. Особенность программы в том, что дети изучают материал 1-го и 2-го класса за 1 год. Учиться в таком классе непросто, но познавательно и интересно. Ребята учатся рассуждать и анализировать. Запиши, как ты считаешь, как правильно? Здесь весы показывают ровно, а на другой стороне 8 килограммов. Получается 1 килограмм и 7 килограммов муки. Буква «Э» означает участие в проекте «Эффективная начальная школа». Класс такой набирают согласие родителей. Проект рассчитан на детей, которые заинтересованы в учебе. Их не нужно уговаривать садиться за уроки. А не сложно тут учиться? Ну, если захотеть, то все получится. Дома делаешь домашние задания? Обязательно, в первую очередь. Мне здесь очень нравится, тут очень интересно. У меня очень хороший учитель. Не сложно учиться? Мне не сложно. Мне очень нравится тут учиться. Марина Геннадьевна преподает очень интересные уроки. Учитель младших классов Марина Солонарь стала одной из первых в Серпухове, кто начал работать по программе «Эффективная школа». Качество знаний учащихся 3-го Э 18-й школы на высоком уровне. Зачастую уже сейчас приходят дети, которые подготовлены. Дети, которые умеют читать и писать, поэтому программа стандартного 1-го класса для них становится немножко скучноватой. Получается, что с сентября до декабря дети учатся в 1-м классе, а в январе мы стали 2-классниками. У нас добавились отметки, которых ждут ребята, и английский язык. Мы сейчас с ребятами в 3-м классе и в следующем году в 4-й класс. Принимая малыша в эффективный класс, педагоги в первую очередь ориентируются на заключение психолога. А еще желательно, чтобы ребенку было не менее 7 лет на 1 сентября, ведь концентрированность обучения требует сил. Перед началом учебного года ребят проходят небольшое тестирование. Согласно этому тестированию мы выявляем уровень учебной мотивации и определяем, способен ли ребенок освоить программу «Эффективная начальная школа». Эффективная начальная школа – региональный проект, который реализуется в образовательных учреждениях Московской области с 2021 года. В городском округе Серпухов по этому проекту работают в 3 школах.